шикарная, как всегда. Я с удовольствием прихожу в театр. Я часто сюда прихожу. Я очень люблю оркестр. Наверное, для меня это всегда праздник. Всегда шикарные декорации, прекрасные голоса. Я очень люблю нашу оперу. Я ваша поклонница. Спасибо за то, что вы есть. Спасибо большое за теплые слова. Скажите, мы попали в итальянскую сказку с восточным колоритом. Все скрашено божественными гармониями Пуччини, великолепное звучание оркестра. И, конечно же, царит голос Оксаны Васатова, принцесса Турандот. Ее сопрано вас покорило? Да, я не первый раз ее слушаю. Я очень люблю, когда она поет. Шикарный голос, прекрасная женщина, очень красивая, очень интересная, такая харизматичная. Очень большой молодец. Спасибо большое. Всегда рада видеть вас в нашем театре. Спасибо. До новых встреч. До новых встреч. Доброго. Мне, ну, в голосе я не очень разбираюсь, но мне нравится сила вот звучания, вот артиста, массовость огромная, костюмы красивые, декорации красивые. И вообще, вот, ну, атмосфера такая царит, ну, мне очень нравится. Ну, театр я вообще люблю оперный. Он вообще такой шикарный театр. И вообще сиденья удобные. И получаешь удовольствие. Просто расслабляешься и получаешь вот именно удовольствие от того, что ты пришел сюда, и какой-то от атмосферы приподнятости, что ли, вот какой-то торжественности, что ли. Вот. Спасибо, да, да, да. Спасибо большое. Мы всегда рады видеть вас в нашем театре. До новых встреч. Сегодняшний вечер вы проводите в Донбасс-опере на грандиозном представлении опере Джакомо Пуччини «Турандот». Ваши впечатления? Ну, я вообще очень люблю наш театр во всех отношениях. Оперу я не так давно полюбила. Я столько раз была в Национальной опере в Киеве, но такого впечатления, какое я получаю у нас в Донецке, у меня не было. Я любитель балета. Но последнее время я с большим удовольствием хожу на оперу. Я безумно люблю наш оркестр. С удовольствием смотрю в оркестровую яму, где играют действительно живая, настоящая живая музыка. Вот. А, да, я не очень большой специалист в оценке оперы, но мне очень-очень нравится. Оказывается, можно прожить длинную-длинную жизнь и в конце, ну, во второй половине ее понять, что ты любишь оперу. Вот это я благодарна, конечно, нашему театру. Замечательные слова. Здорово сказали. Ждем вас всегда в нашем театре. Спасибо большое. Опера Джакомо Пуччини «Турандот» занимает особенное место в творчестве этого великого итальянца. Она грандиозная, она насыщена с элементами восточного колорита, пентатоники и божественные итальянские бельканто. И как вы считаете, мы достойно исполняем великое произведение Пуччини? Вы знаете, я сегодня слушаю исполнение «Турандот», и настолько много эмоций меня переполняют. Я так волнуюсь, переживаю за героев, за Турандот, за Калафа. Они настолько насыщенно эмоционально исполняют свои партии, что это не может не тронуть сердце. Роль хора. Вы заметили, какая динамика, они все время в движении? Это впечатляет? Да, безусловно. Это придает хор, придает грандиозности вот тем сценам, которые... Динамика. Да, динамика. Казалось бы, интимные сцены становятся, ну, такими более волнующими. Значимыми. Да, еще более значимыми, волнующими. Это хор и динамика хора очень украшает произведение Пуччини, очень украшает Турандот и их партии совместные, когда они вместе с хором исполняются, это что-то великолепное. Спасибо большое, всегда рады видеть вас в нашем театре. Спасибо вам большое, это удовольствие посещать оперный театр. Спасибо. Спасибо.